Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы играем в фонарики. Праздник урожая. Итак, в центре стола мы выкладываем стартовый квадрат озера. Он у нас отличается от других по цвету. Так, давайте переверну, кручу, верчу, обмануть хочу. На кого смотрит красный, тот и ходит первый. Это Миша. Нате, Миш, жетон первого игрока. И каждый игрок получает у нас фонарик того цвета, который на него смотрит. Красный, Миша, я белый, мама синий. Давай, Миш, начинай. Свой ход у тебя есть 3 действия, но первые 2 ты сделать не можешь, поэтому мы переходим к третьему, выкладываем фрагмент озера. Ты выкладываешь озеро, у тебя совпадает черный и черный цвет, ты получаешь черный фонарик как бонус. А дальше получают все тот фонарик, который на него смотрит. Миша черный, фиолетовый и мама фиолетовый. Ты добрал, Миш, фрагмент озера? Нет, еще. Добри. Каждый игрок получает на руки в начале игры 3 фрагмента озера. Так, я продолжаю. Вот. Я ставлю фрагмент озера с плотом, и он продолжает у меня цвет белый и белый. Я получаю, во-первых, белый цвет за совпадение цвета. За то, что совпал цвет и есть плот, я получаю жетон поощрения. И дальше на меня смотрит белый, на маму белый, на Мишу черный. И один добираем. Ну, Миш, разложи свои черненькие. Собственно, цель игры – это набрать как можно больше вот таких вот жетонов узоров. Так, ты плод. Угу. На тебе поощрение. Ты совпала фиолетовый. Угу. На тебя смотрит черный. На Мишу черный. Отлично. На меня фиолетовый. Так, и добираю, да? Да. Михаил. Вот Миш. Смотри, то есть первое действие, которое вы можете сделать, не обязательно, это поменять 2 жетона поощрения, вернее заплатить 2 жетона поощрения и поменять фонарик, который вам не нужен, на тот, который нужен. Второе, это поменять свои фонарики на как раз жетоны узоров. Красный у нас стоит 4 одинаковых, то есть Миша вот собрал 4, может их поменять. Синий стоит 3 пары, а зеленый, самые дорогие, стоит 7 разных фонариков. Ты будешь покупать, Миш? Да. А что он там собрал? Он 4 черных платит и берет верхний жетон узора. Итого у него уже 8 очков. 8 очков. Видите, что дальше жетоны узора пошли у нас на уменьшение. То есть тот, кто первый покупает жетоны узора, тот и получает больше всего очков. Теперь ставь, Миш. А, то есть он сначала сделал, теперь ставит. Так, да. Отлично. Вот смотри, он продолжает раз плот, 2 плота и белый цвет. Значит, он получает 2 жетона поощрений. Ага. Белый цвет. На него смотрит желтый, на меня желтый, на тебе мам белый. Белый, ага. Так, у меня чуть-чуть не скопилось, чуть-чуть не хватило. И поощрений мало. Ничего. Миш, добери один фрагмент. Будут поощрения. Вот так вот 2 рыбки. Рыбка и рыбка. Цвет продолжил. Я получаю 2. Угу. Синий. И на меня. Синий это за цвет. На меня смотрит белый. А на меня? Черный. На Мишу смотрит синий. Но синих. А, есть синие фонарики. А какие кончились? Белые. Белые кончились. Фонарики кончились, да. Ой, слава богу, что у меня белый. Успел? Так. Ну, давайте, пожалуй, сделаем вот так. Ты вставляешь. Черный с черным, вот. Ты не будешь ничего менять. Это последнее действие, когда ты выкладываешь фрагмент озера. А мне нечего менять. Ну, как хочешь. Разноцветных у меня нет. У тебя 3 пары есть. Ну. На тебе черный. Вот теперь у меня побольше. Черный, черный. На тебя смотрит желтый. Миша черный. А я ничего не получаю. На меня смотрит белый, а белых нет. А плот мне не положен вот за этот плот? Не плот, а этот положен. Да, положен. Миш, ты тоже ничего не покупаешь, так, не меняешь. Так, я беру себе карту. Так, я девочку. Мы меняемся, мы покупаем и только потом выкладываем фрагмент. Тебе нужно что-то купить? Нет, менять? Мне не ну, надо. Значит, выкладывай. Так, немножко надо подвинуться. На тебе фиолетовый. Чуть-чуть. На тебя смотрит фиолетовый. Мне ну, сейчас красный, все фиолетовые разберу. Тебе зеленый. Первый зеленый вылез. Ну, надо же. Миш, возьми фрагмент озера. 6. А нет, количества никакого не должно быть.
определенным на руках. Не 12. Больше. Ни одного не хватает. Раз, два, три, вот смотри, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нормально. Первое мое действие. Я плачу 2 жетона поощрений. И меняю, допустим, красный фонарик так. на синий фонарик. Теперь я плачу 2 синих, 2 фиолетовых и 2 белых. И забираю 9 очков, которые ты могла получить, но у тебя свои планы. Так. Все. Теперь ты выставляешь карту. Не обязательно совершил действие, теперь обязательно. Вот смотри, я делаю вот так. Во-первых, я сплот продолжил, поощрение. Красный совпал, зеленый совпал. Теперь на меня смотрит зеленый. Тебе фиолетовый, а Миша красный. Ой, зачем мне эти классные? Так, я хочу поменять вот это. Два. Вот платишь? На красный. Фиолетовый на красный. Потом я хочу сменить. Раз, два, три, четыре. Да положи ты вот эти вот. 5, 6, 7. Вот на это. Да. Ты заплатила 7 разных фонариков и получила... 10 очков. Теперь я хотела бы получить какой-то приз. Но его у меня... Ага. Упорно нет. Ни к чему вообще не подходит. Что же делать? Ну, вот так я могу. Пускай вот так, может быть. Вот. Вот так. Тебе красный. Так. Тебе синий, угу. Миша белый, а мне оранжевый. Миш, ходи. Так. Да что ты? Мне хватает, да? Так. Да, ты можешь поменять что-то. А что ты на что меняешь? На зелененький. Так, раз. Три. Белый на зеленый. 4, 5. Так, 6, ребенок тоже собрал коллекцию. 7. Давай. Вот он твой зеленый верхний, 9 очков. Раз, два, сколько три, у тебя всего? 4, 5, 6, 7. Все, выкладывай. У меня 17. Умница. Выкладывай, и выкладываешь отзывы. Жетон. Так. Так, во-первых. Ого, у Михаила много совпало. За плод. Красный в эту сторону совпал, черный в эту сторону совпал. На Мишу на тебе черный, мне красный, тебе красный. Все, красные закончились почти что. Так, я хожу. Одна осталась. Кому же останется? А, во, мне ничего не надо покупать. Я плачу 2 красных, собираю. 2 зеленых, 2 белых. И беру вот этот жетончик. У меня тоже 17. Эх, вы, что, мне надо что-то, чтобы было? Мне никак. О! Мне нечего. О! Ты? Смотри, у папы. Жетон. Панда совпал. Черный совпал. Клетка. Желтый. На меня смотрит белый. Слушай, пап, тут на тебя забирает. Желтый, Миша красный. Так, я, Михаил, я. Не забываем. Не забываем. Угу. Что же минуту. Нам предпринять? Так, продолжаем. После небольшой заминки. Давай, мама, твой ход. Ой, мама все пытается сюда, надо что-то подвинуть, иначе маме да некуда ставить. Подожди минуту. Давай, жж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 
Черный как бонус. Белый на тебя смотрит. Черный Миша, черные кончились и синий мне. Бери фрагмент, Миш, ходи. Так. Так. Ты? Да, ты. Кто Давай. Я? Ты ничего не меняешь, Миш? Не, мне ничего. Так, с платом. Держите. Черный как? Нет, у черного не получаешь бонус. Вот так вот. Синий. Зеленый на тебя смотрит. Этот хочет убежать, зеленый. Синий мне и белый тебе. Так. Минуту. Ты взял фрагмент? А что у тебя фрагмент кверх ногами, друг? Не знаю. А я-то ничего не меняю. У тебя столько этих, что ты можешь поменять. Вот, прикупить. Два плачу, меняю, допустим, черный на желтый. И плачу 4 желтых за еще 7 очков. Все. Нужно жетоны зарабатывать.
Так. Во. Не. Это что ты там светишь? Я вот, ну вот надо развернуть как-нибудь. Надо, надо. Положение. И везде нет. Ладно. Во-первых, мне надо синий зарабатывать. Вот. Значит, я буду класть синий. И мне нужен... Чего бы мне это не стоило, да? Жетоны и синий одновременно. И... Вот у тебя есть же это синий. Ты положишь ее, и на тебя вот. Будет синий смотреть. Синий? Нет, я синий получу как бонус. Мне просто жетон нужен. А на меня смотрит белый. Тебе черный. У меня еще синий. Как на тебя смотрит белый? Белый. Нет, ты же вот это положил. А, я вот это положил. Назад, все, ну-ка раздай. Белый. Мне какой, черный выдали? Черный, Миша синий остался, пусть Миша будет синий. Мне да, красный. Да, тебе красный, у меня зеленый, вот это ты даешь. Так, я одну взял. 4, 5, 6, 7. Ура. Ходи, мама. Я буду менять. Меняю. Все меняю. Что, 7 разных собрала? Да, по-моему, посчитай, пожалуйста. Вы все вот гонитесь вот за это. Ну, я просто собираю все, я для удовольствия играю. Мы же не для очков. Да. Ходи. Больше я ничего не могу менять, да? Все, один раз только. Да. Хорошо, значит, я должна теперь... Вот, у меня... Да что такое, с этой пандой невозможно. А если я поставлю две панды вот так, возможно? Нет, нет? Ты должен цвет продолжить. Цвет угадать, вот оно что. Это очень больно. Пусть будет вот так, это белое. Вот тебе за панду, вот тебе белый. Так. Вот тебе желтый. Вместе фиолетовый и мне белый. Так, ты закончила, взяла эту. Миш, давай посчитаем. Смотри, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Нормально. Не придирайся к ребенку. Да, в пределах руки у нас 12 карт, поэтому давай, Миш, ходи. Миш, ты ходишь. Хотя в правилах написано, ты не сбрасываешь лишние карты, ты обязан их потратить. Или сбросить, если не можешь. Ну... Считает, счетовод. Что ты берешь, Михаил? Семерку? Я беру семерку. Проверь за ребенка. Две. Может, я ему верю. Ну, правильно. Так. Давай, Миш. Теперь я ставлю. А где твои карточки? А где твои карточки? Михаил. Да. Два плота держи. Две монетки. Желтый и синий как бонус. Еще желтый. И еще желтый, да. Ты сложи, Миш, синенький на синенький. Мне синий, а тебе, мать, не хватило синего. Спасибо. Нет, ну где справедливый? Слушай. Нигде. Он меняй все. Да я 7 очков хочу. Вот мне надо красный. Давай, я вот 2 плачу. Как ты? Меняю. Сколько у тебя, Михаил, посчитай? Синий на красный. Плачу 2 красных, 2 синих и 2 белых и 7 очков. Нет, в общем, вы маму оставили, как обычно. А я не знаю, вы гонитесь все за зеленым. У меня 24 очка. А где-то очень далеко. Папа, у тебя сколько? Миллион. Миллион? Миллион. Да, сейчас папа соберет. Еще получит. Не получит. Папа никак не выберет, что ставить. Получит, как бы побольше куш сорвать. Вот. Во-первых, жетон синий, значит, черный. Значит, меня синих не хватило. Но я же вернул синий. Ну, понятно все это. Фиолетовый, на тебе синий. Просто нет справедливости совершенно. Давай, беру. Ходи. Так, значит, напомни мне, пожалуйста, здесь должно быть 4 одинаковых? Да. У нас остался последний жетон озера. Я понимаю, но справедливости нет вообще никакой. У меня ничего нету. Мне надо подумать. Пока Миша думает, я тут... страдаю. Можно вот как-нибудь ты вот так подвинем? Да нечего мне менять. Вот, я хочу хоть один жетон за панду получить. И забираю, да, его получается? Да. Ты забрала последний жетон. Да. Вот это мне дайте, выдайте панду. Так, она тебе еще смотрит желтый. Вот теперь мне куча желтых. Мне белый. Игра не заканчивается, когда кончились фрагменты озера. Мы продолжаем, пока не кончатся фрагменты озера на руках у нас. Мы просто не будем их добирать. Давай, Михаил? Знаешь. Ты ничего не меняешь? Смотри, сколько у тебя можно поменять вот это. О, точно. Ну, погоди так. Подумай внимательно, может тебе что-то надо. Вслух размышляй. Вот, я отдаю одну черную и жетоны эти. И беру. И беру синюю.
Умница. Да, я думал, ты хочешь собрать 7 разных. Ну, он решил так. А он мог собрать 7 разных? Да. Эх ты, бедный Миша. Но он выбрал из этих, при прочих равных, все-таки вот более дешевый вариант, так сказать. Ну ладно. Уже все-таки немножко логически подумал. Ходи. Так. А сейчас я кое-что хочу. Тут сейчас еще спецоперацию провернет. Миш, подай мне правильный жетон. Хотя нет, мне все равно не собрать. Да ладно, ты и так, поди, уже выиграл. Миш. Никакая не вцепляется. Поэтому я ставлю вот. Никакая, говоришь, не цепляется. Красный, на. Белый, на. Я белый. Ань, ты зеленый, на. Ты не подворовываешь, у тебя слишком близко находится. Нет, нет. Все на камеру уже снимается, кругом следят. Значит, мне остался кто-то один. А кто? Я не пойму. Так. Какой цвет мне нужен, Миш? Фиолетовый. Который у меня есть. Который у тебя есть, фиолетовый. Ну что теперь поделать? Давай я сделаю вот так. Урву. Сейчас папа, может, заберет. Вот возьму за плод. Мне... А ты не стал покупать? Красный. Нет. Красный на меня сейчас смотрит. Я вот две красных урву. На тебе зеленый. И Миша красный. Зеленый. Ходи. Итак, я меняю вот оранжевый на один фиолетовый. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Мог не ставить, семь. Вот так у меня. Миш, сколько у меня? Посчитай, пожалуйста. Я еле-еле ползу за вами там. У тебя 26. Я еле успеваю за вашими. А у папы куча. А у папы куча. Что же делать мне? Да, у меня есть дракошка. Я, может быть, могу вот так сделать, да? О, а где кто-то? Два дракона совпали. На. Так. Зеленый. Угу. На тебя смотрит синий. Отлично. Миша фиолетовый, мне зеленый. Так я хожу, да? Да. Да, у тебя осталось всего два квадратика. Да, да, 35, 4, 8, 9, 10. Так. Я беру эту. Заменяю ее на синенькую. На. Ты синенькую. Ты меняешь. И у тебя опять? Два. Все, да, совпало? Три, четыре, пять, шесть. И семь. Ребенок побольше. Семь. Специализируется. О, там тоже седьмерка еще одна. Так, все, выложи, выкладывай квадрат. Дайте я посмотрю, что у меня есть. Синий есть. Пока два, три, четыре, пять, шесть. Точно, все нормально. Не хватает. Ну, ставь, что есть, Миш. Так, нам снова нужно двигать. Пап, нужна твоя помощь. Вот ребенок сюда хочет. Пусть. Получать синий бонус. Желтый. Жетон поощрений. Я синий. Ты черный. Так, вот я плачу два жетона и меняю. Так, 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 так. Меняю белый. Мне не хватает двух, Миш. Белый на желтый меняю. Вот я тоже собрал семь наконец-то. Раз. Первый раз за все время. Три, четыре, пять, шесть, семь. Но я выбрал сначала большие там. Все, а теперь мне нужен. Мне нужен, короче, желтый и красный. Мне нужен красный и фиолетовый. Красный и фиолетовый. Никак. Тебе тоже нужен? Никак. Красный и фиолетовый. Всем нужен красный и фиолетовый. Правда, что ли? Ну, мне много. Не, мне не нужен красный. Ну давай, может, кто зеленый подкинет, нет? Я подкину зеленый. У меня есть зеленый. Доставь уже, пап. Красный как бонус. Ты по-любому выиграл. Жетон поощрения. На меня смотрит зеленый, тебе. Я, у меня больше очков. Красный, Миша красный. Ой, у меня пять, у нас тут пять. Мне нужен фиолетовый, срочно, причем срочно, срочно нужен фиолетовый. Че?
Ну, хотя практически бессмысленно, на самом деле, это, да? Что, ну, 6, 6 и 6 везде. Да, можно вот так, так, так и так отдать, например. Да, сверху везде у нас... Ну, а жетоны для чего тогда, с другой стороны? По 6 этих жетонов узоров. Ну, пусть, ладно, будет вот так, 6, 6 и 6. Чё я ты? Беру вот это вот. 2, 2 и 2. Ты заплатила и взяла синий. О. Миш, а, ну, озеро мне мало. Мне еще надо, да. У меня еще есть тут пара шансов. Так, вот так вот. Зеленый, красный, угу. Миша желтый, я белый. А я только от белого избавился. Миша, у тебя последний квадратик, я так понимаю. У Миши последний фрагмент на руках. Немножко, да. А у тебя нет там? Ну ты не можешь поставить там, где плод? Подставь там, где плод, и тебе дадут один такой жетончик. Ну погоди, я подставлю. Нет, да, у тебя такого нигде? Не знаю, я подвинул уже. А, ну вот же можно поставить. А, мама подсказала? Мы туда и хотим. На тебе зеленый. Миша и сам туда хотел. На тебе посередине. Да ладно, мне зеленый. И маме зеленый. Зеленый, и тебе, Миша, еще зеленый. Всем зеленый. Да. Так, у тебя кончились фрагменты озера. Да. У меня не кончилось еще. Мы играем, пока сейчас у всех не кончится. Так. У меня есть 2. О, как мне подфартило. Смотри, у папы все есть. Папа сейчас там что-то получил. 2 зеленых, 2 синих и 2 красных. И беру еще 6 очков. Так, давай, пап, мне оранжевый. Сделай мне оранжевый. У тебя всех полно. Сделай мне оранжевый. У меня весь оранжевый. Я вот сейчас сделаю так, чтобы тебе оранжевый не пришел. И сделай фиолетовый. Мне. Да я все равно проиграю. Сделай мне оранжевый, умоляю. Ура. Во. Ты погляди, у меня, получаю жетон, совпал. Ну, ладно. Оранжевый, мне идет оранжевый, мне тебе идет фиолетовый, а мне оранжевый. Миша оранжевый. Все, ну, у меня тоже ладно. Кончились жетоны. А я меняю. Чё? Оранжевый на фиолетовый. Нет, да. Как это нет? Оранжевый нет, меняю нет на фиолетовый. Оранжевый, фиолетовый. Ну как, зачем? Я дам вот 3, 2, 2 и 2, получу несчастную пятерку. Папа так не хочет, чтобы я даже приблизилась к ним. Так, да, я положу жетоны. 6 у нас осталось. 6 так. И 5. 6 и 5. Еще есть вот такие жетончики. А сколько они стоят? По 4. Она мне уже бесполезна. Ну, зато... Стоит 4. Зато я только туда складывал, Я туда приноровила уже, между прочим. Приглядела местечко. На тебе же поощрение. Зачем он мне нужен? Фиолетовый, зеленый, межфиолетовый. И мне синий. Итак, жетоны кончились так. У мамы. Идет последний круг, где мы можем сбыть добытые фонарики. Миш, так, твой я. Ход. Угу. Да, для начала два. Добыть фонарики, может, да мне повезет. Да у него смотри, сколько фонариков. А я могу два раза купить? Нет. Один раз купи. Так, Миша, а что тебе надо? Так. Вот, у тебя пятерка есть. Вот такая ты можешь ее купить. Вот. Я могу купить. Раз, два, все, да, пятерку покупай. Шестерку. Можешь. Да, можешь. Так купи, конечно, шестерку. Ты платишь 4 одинаковых и покупаешь шестерочку. Блин, не хватает немножко. Мой ход. У меня просто 4 фонарика. И нечего. Нечего купить. Я пасую. А ты? Тоже у меня ничего нет. Сейчас скажу минуточку. Еще есть вот такие жетончики. Когда кончается стопочка из таких жетонов. Допустим, вот у нас осталась одна пятерка. Если бы ее купили... Мы на ее место выкладываем четверку, и вы можете продолжать покупать за комбинации. Давайте считать наше поощрение что на руках. Что считать? У меня ничего нет. Так. 26, 32, 37. 6 плюс 6, 12. 12 плюс 7. Ты прям меня сбиваешь. Смотри, 7 плюс 7, 14. Плюс 6, 20. 29. 37. Вот тут уже мама проигрывает. 43. 43. Так, а папа сколько? Давайте вместе считать. Еще раз, мы тебе не верим. Да, давай. Давай. 9, 17, 24, 31, 38, 44. Нет справедливости в этом мире. Ребенок проиграл на единицу. Миш, ну как тебе игра в целом? Потому что вы начинаете гнаться за большими фонариками, а я начинаю скупать. Да, он по мелочи все скупил, нам ничего не оставил. Миш, ну тебе как игра, нравится? Да. Она все-таки да. Логическая такая тоже немножко, да? Нужно думать. Она интересная, она спокойная.
Веселая. Релакс такой. Веселая. Играйте под китайскую музыку. Да, кстати, нам надо было повесить колокольчики. Надеюсь, было понятно, как это все играется. Если так, мы очень рады, да? Давай, Миша. Миша, накоронная фраза. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Не увидели твои пальцы. Еще раз. Пока. Всем пока. Всем счастливо.